40 семей стали новоселами в районном центре Жангала, Западно-Казахстанской области. Сельчанам торжественно вручили ключи от квартир. Среди новоселов многодетные мамы, дети-сироты, а также работники бюджетных организаций. На строительство 20 домов в Жангалинском районе выделили 613 миллионов тенге. Площадка, площадь каждой квартиры 60 квадратных метров. Есть дворовая территория. Сегодня я приехала с детьми и внуками, чтобы разделить радость нашей многодетной семьи. Она обладательница подвески «Алтын Алқа». Новый год для нас начнется в стенах нового дома. Мы очень счастливы.